Депутат Госдумы Денис Москвин переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» на 5 лет. Такое решение принято сегодня на партийной конференции. В поддержку Дениса Москвина высказалось подавляющее большинство – 200 делегатов из 212, принявших участие в голосовании. Руководитель Приволжского межрегионального совета «Единой России» Вячеслав Тимченко отметил эффективность работы нижегородского отделения. Какие бы ни были сложные задачи, стояли перед партией в регионе, это реализация национальных проектов, партийных проектов. Это наведение порядка в благоустройстве городов и сел, населенных пунктов Нижегородской области. Везде члены партии, руководство партии всегда с особой ответственностью, с повышенной ответственностью относятся к решению этих проблем. Очень благодарен коллегам, очень благодарен однопартийцам. Считаю, что это аванс. И в 2019, 2020, в последующие годы, конечно, мы сделаем все для того, чтобы выполнить те задачи, которые ставит нам федеральное руководство. Но самое главное – выполнить те наказы и поручения, которые дают нам жители Нижегородской области.